Так, народ, привет, с вами Олдгеймер, продолжаем наше путешествие по Гималайским горам. Красота, смотрите, вот это да! Нам дали задание посетить Лонгина, это такой чокнутый священник. Но прежде чем мы к нему отправимся, так, у нас здесь рядом есть Маска и Лунга, так. Сейчас мы сходим туда. Вот. Маски собирать выгодно. Там за них дают всякие плюшки, побрякушки и все такое. Опыту много. О. А тут прям под жопом. Раз, 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 раз. Тут у нас пистолетик. А еще есть лук у нас, да. Ой, классная штуковина. О, как гудит-то. Сейчас мы тебя найдем. Ага, патроны. Так, сука, где ты? А, вот он ты. Отлично. Нашли. Когда у нас будет способность там связанная... С тем, что фотиком можно поелозить. Блин, кто-то топор вонзил, блин. То так, в принципе. О. Отлично. Так. Так, теперь нам надо чего? Нам нужно кое-что изготовить. А это кое-что... А, топиры. Надо, блин, смотаться, завалить, а то... Горный резус. Да и этот тоже надо. Ну, пока... За топирами надо слетать, прежде чем к Лонгину. Отправляться. Я там знаю, где они там бродят. Если парочку их завалить, то... А то я там был с дробовиком, блин. Он в клочья все. Шерсть этот... Никуда не годится шкура. Нахрен. В клочья. Одни обрезки. Поэтому мы отправимся... Туда хер знает куда... Ну, теперь мы тут будем гулять. Это вам не какой-то, блин, кровавый дракон. В жопе там темно, блин. Не люблю такие вещи. Оленей вон там надо подстрелить. Сейчас мы тут разовьемся. О, партизанам вон помочь надо. Готов. Успел. Ха-ха. Так. Эй, нам надо поговорить. Кто там машет? Ты машешь? Я все еще жив. О, отлично. Спасибо. Пожалуйста. Всегда рад помочь. Так, здесь где-то были олени. Так, о, тачка какая-то.
Так. Нам надо куда? Мы ездили. Вот сюда. А, во, сюда, вот ферма. Точно, там эти, блин, ползают. Да перцы. Погнали. Ага. Отлично. Замечательно. Погнали, погнали. Да не говори. Так, сначала едем за этим. За чепрачным. Ага. Эх, красота. Вообще это не эта ферма. Вон та нам нужна. О! Ага, это хорошо. А черт, спугнули, блин. Мудила. Давай, 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 успокойся. Блин, за тобой гнаться-то далеко, не с руки. Вот жопа. Так, тихонечко. Так, один есть чепрачный. Надо еще второго найти. О, отлично. Красота. Вон там ходили, наверху. Но я же одного грохнул, может это второй из этих. Зараза. Может. Но может и нет. А это, зараза, нету. Сучье племя. Ага. Так, подожди, тут же где-то ящик был. Блин, мне не нравится, мне надо рюкзак побольше. Ну-ка, что мне нужно для большого рюкзака? Олени. Ну, пойдем за оленями, ладно, мать уйти, а то, блин, я ж так. Зараза. Thank you.
Вот суки. Давай сюда свои шкуры. Зараза. Черт, рюкзак почти полон, надо будет опять. Где ты, собака погада? Чувак, подожди, чтоб тебя не убили, блин. Черт, беги, блин, тебя задавят сейчас. Блять. О, слава богу, ты живой. Давай-ка я тебя продам чего-нибудь. Стой. О, смотри. Классно. Дикие собаки, блин, да хера, блин. Волки, чепрачный, блин, олень. Бронежилет тут меня поцарапали. Падла, ладно, хер с ним. Так, боеприпасы. А, огненные разрывные стрелы еще пока... Не могу. После изучения навыка торговое соглашение в меню. А, блин, ну-ка. Ладно. С тобой приятно иметь дело. Торговое соглашение. Так, и где это у нас торговое соглашение? Где-нибудь здесь. Умные гаджеты по рукам. А, во. О, блин, надо, блин, это изучать. Да, вот это вот. А потом вот это. Так, ладно. Где моя тачка? Поедем за оленями, а то у меня... Ой, слушай, вон там резусы же, блин, живут. Точно. Слушай, пойду я за резусами. Погоди. Тут надо поохотиться. О! Стоп, стоп, стоп. Где-то тут, блин. Чепрачный. Черт, куда убежал? Так, и где ты у нас тут бегаешь? Вот черт. Черт, где же этот, блин? Где-то рычит, блин, здесь. Ну, не вижу ни хера. Вон он, вон он. О! Ты-то мне и нужен. Отлично. Куда покатился? О, чепрачного сделали. Надо к дереву вернуться. Да, тут вообще безобразие творятся такие, что жуть. Так, можем что-то изготовить. О, можно носить пистолет и еще одно оружие. Вот, вот это уже. Ой. А теперь можно два оружия носить. Отлично. Медоедов надо настрелять. Это на то за оленями все это. Ну, надо еще взять какую-нибудь пушку. Так, где ты у нас, чувак? Ты еще жив? Пока жив. Во.
Так, продать-то я ничего не могу. А вот оружие какое-нибудь так, уникальное, что-нибудь взять. Что, у меня 143 тысячи. Могу слонобой взять, да. Хорошая штука убивать всех, блин. Не, ну это нам не пойдет. Нам надо чего-нибудь другое. Так, что мы тут можем взять? Оптик. Тихо тут. О, дробовик. М133 или СВД взять? СВД, наверное, взять. Нет, дробовик. Так, или автомат, или пулемет. Огнемет. Помповое ружье российского производства, которое обладает огромной убойной силой, идеально подходит для зачистки тесных помещений. Так, ладно, а что мы еще? СТГ. Швейцарская штурмовая винтовка. Средняя бойная сила, высокой точностью, скорострельностью. Можно еще эти два. Прицел и рожок. Да? Может быть. Возьму я снайперку. Бойная сила у него на уровне... Это больше, блин. Большая, блин, бойная сила. Черт, хер поймешь. Куда, блин? А, от собак отбиваться. Берем. Да. Во. А, купить настолько предметы. Бронежилет куплю, надо поменять, а то совсем дохлый. Ну и все. Боеприпасы. Где тут дробовик? Все есть. Пистолет есть. Стрелы. Ну, одной не хватает, ладно. Надеюсь, тебе это пригодится. Я тоже надеюсь. Что-то еще? Обращайся. Че такое? Берегись, осторожно! Думал, я буду в безопасности. Отремонтируем, чувак, тебя. Готово. Сучара, мне пока хватит. Берегись, берегись! Как она лупит, блин! Еще одна идет. Вот это я понимаю.
Есть что у тебя? Так, резусы, я помню, здесь были. Где-то здесь эти обезьянки обитали. Вон одна. А, нет, это топиры, блин. Нахер они мне нужны? Топиры мне пока больше не нужны. А, вон они, обезьяны. Так, ладно. Обезьянки, вы мне нужны нафиг. Так, ладно. Вот. Мне лишнего не надо. Значит, ты была лишняя. О! О, что-то могу сделать. Отлично. Что-то я могу изготовить. Ох, кошелечек. Ого, дальше индийский носорог. Это круто. Я как-то пытался убить его с лука, блин. Ну, как-то эта идея плохо закончилась. Так, теперь мне надо оленей, блин. Так, леопарды это. Это все ерунда. Яки это понятно. Взрывчатки, носороги. Тигры, колчан. О, шкура свиньи. Ядрен батон, мне надо свинья. Так, ладно, мы тут. Так, а мне теперь надо, ну, куда-то вот. Сюда, допустим. О, блин. Не туда. Отлично. Замечательно. Лонгин нас подождет. Ну, не переживайте, в этой серии мы до него доберемся. Просто тут много... Черт. Увижу того, кто избавил наш эфир от пропаганды Бейгана Мина, расцелую. Я это сегодня уже говорил. Да-да. Отлично. Пропаганда — это нужная вещь. Это точно.
Погнали, погнали. Вперед, нам надо еще оленей набить. Это Раберы, рано на радио свободный герой. Давайте старые шахты. Так вот, поговаривают, что Юма, правая рука Пейгана, теперь стала там главной. Задумайтесь. Тут же еще карма есть, так что... Вот ты, сука. Наконец-таки. Отлично. Что-то могу с него сделать. Погодите, чуваки. О! Носить пистолет и еще три оружия. Во! А, невысоко, я туда не заберусь. Туда же, блин, хер проберешься. Пока этот чувак его не сожрали, давай-ка я у него затарюсь. Привет, привет. Так, это мы продадим. Быстрая продажа, понятно. Всякую хренотень. Смотри, топир-то нам, видно, нужен еще. Так. Так, и теперь нам надо еще пушку какую-то взять. Так, денег у меня не сильно много, да? СВД, что ли, все-таки взять, да? Или автомат? Автомат надо взять. СТГ, да. Берем. Да. Магазин. Берем. И прицел голографический. О! Спасибо. Надеюсь, мы еще встретимся. Корзина тяжелая. Ничего, оленя. Зараза. Ну, у вас лука, конечно, завалить-то нелегко, зато... Смотри, можем изготовить кое-что. Рюкзак, наконец-таки.
Скура свиньи. Блин, мне надо свиньи. Где они там водятся? Свиньи водятся. Там до хера их водятся. Или там козлы водятся. Мне сюда нужно свинья. Тут еще два кабана надо. Черт. Ух ты! Прям в голову попал. Отлично. Супер. Олени там. Может пригодятся для чего. Есть. Затылок. Отлично. Вот это выстрелы, блин. Вначале всегда нужно, блин, тут. Ха-ха! Так, что мы тут имеем? Надо съездить туда на ферму. Лонгин вон там, блин, живет. Пусть знает где. Кабанов и все такое. А здесь могут быть свиньи. Мне же нужны свиньи. Я же вроде бы... Или у меня денег не хватило. Хер его знает. Может быть. Погнали. Проверим, что там, как там живет наша старушка. Ну, блин. Вот тут я кабанов видел в тот раз. Блин. Что, стрелы кончились, что ли? О, блин. Черт. Да. Ладно.
Еще мне нужны свиньи. Во, что-то могу сделать. Во. Еще лучше. Во, замечательно. О, топиров надо, видишь, для инъекторов целую гору, блин. Да их всех до хрена надо, понятно, ясен пень. Свиней надо кучу, блин. Одну сюда, туда, блин. Нет тут это. Не ходят тут свиньи? Или тут всех волки сожрали, блин, и все, теперь больше тут... О, есть. Свинья, погоди, а где-то здесь же, блин, торгаш какой-то, погоди. Я у тебя стрелы возьму. Блин, чувак, стой! Привет, привет. Да. Это-то я продам. Пополнить. Во. Все нормально. Эй, спасибо. Пусть твое будущее будет светлым. О. Так, свиную шкурку. Давай сюда. Надо колчан сделать срочно. 10 стрел, блин. Я тут вообще никого не могу убить, блин. 15. О. О, блин, дальше дымчатый леопард, ух ты. Это уже круто. Ладно, хер с ним. Куда у нас тут еще свинья? А, рюкзак, блин. А, это ж кабан. Ладно, я там еще видел свиней. Одну-то хоть для колчана сделал, сейчас еще для чего-то еще. Что там мне пришло? Едет домой, понятно. Курица, блин, ходит. Где тут свиньи-то еще? Была же еще одна свинья. Где-то слышу, хрюкает. Где ж ты хрюкаешь-то? О, вон она. О, свиней целая куча. Так. Есть. Свинью завалили. Отлично. Просто супер. Хорошая здесь охота. Во. Что-то еще могу сделать. Вот смотри, сколько тут. О, рюкзак, блин, а то ж. Во, нормально. О, рыж. Кожа рыбы демона. Нифига себе, демонов надо дохерачить. Так, ладно. Топиры нужны, яки нужны. Тигры, носороги, блин, яки. К
Как-то все теперь тут, блин, круто нахрен. Только топиры. Хотя, может быть, это... Может, и свинья сгодится. Вот так. Так, ну ладно. Все, хорош тут нахер ходить. Свиней резать. О, кабан. На тебе промеж глаз. Ну, либо на продажу пойдешь, либо пригодишься там где-нибудь в будущем. Так, ну все. Поехали мы к Лонгину. Пора нам где тут. Вообще, нам надо сначала в магазин. Затариться бы. А потом уже к Лонгину поедем, да? Да. А то ж мне надо стрелы приобрести. Блять, что ж ты так ездишь-то на точке к маршруту? О, это моя тут другая. Вот. Почти приехали. Ага. Ай-ля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 
Золотой путь прибыли свежие силы. Ну что ж. Тоже хитрый способ. Так, продадим, что у нас тут есть. Быстрая продажа. Так, и что тут нам? Кабаны нам больше не нужны, свиньи нам больше не нужны. Вот топиры и собаки еще, блин, нужны. Ну, собак, я думаю, что хватит. И олени еще нужны. Олени, я думаю, что хватит. Ладно. Вот так вот. Война, но тебе везет. Ты можешь купить, продать, что... Да, я вообще тут круто себя чувствую. Отлично. Ладно, отправляемся к Лонгину. Пора нам давно. Ну, а вот тут кабан, блин. И что теперь с ним делать это? Обойду его нахер. Не буду провоцировать. А то он меня будет бодать, а я, блин... Лонгин, чувак, еще тот. Крутой. Может, что-нибудь сейчас подарит. О! Да. О, давай, чувак, деньги я всегда возьму. О, 13,5 тысяч. Отлично. Так, сейчас поедем к Лонгану. К Лонгину.
А, погоди, надо вот сюда зайти. Слушай. Давай-ка сходим, потом поедем. Лонгин, да, никуда не уйдет. Ах ты, сука, блядь! Помогите! Есть, завалил, блядь, козла. Сука. Что у тебя тут есть? Перья черного орла. Ну давайте, давайте. Давай посетим. Извини, олень, мне, блин, надо было. Привычка. О! Тут ящички всяческие. Этот мне пока не нужен. О, барабан, нужно его крутануть. О! Отлично. Аж повышать там свои эти характеристики. О! Отлично. Пойдем посетим монастырь. О, тут всякие эти ящички. Статуэтка тигра, все такое. Здорово. Класс. О! Отлично. Просто замечательно. Ну все, мы тут все собрали. Ну что ж, ладно, пойдем к Лонгину, не будем тут больше. Охотиться нам пока не надо. Где он там? Лонгин. О! Может, он нам подарит какую-нибудь пушку хорошую? Тут автопилот у нас не работает, да? Ну ничего, мы сейчас потихоньку раз и выйдем на дорогу. Ой, блин! Да. Еще врагов-то. Это что там под колеса попадается? Бурундуки, что ли, эти? Наверное. Отлично, шуруем. На носорога главное не налететь, а то будет нам отлично. О, Лонгин, вон ты где. Ну, те где-то наверху. А, это эти придурки тут стреляют, понятно. Я понял. Я думал, тут бой у вас идет, а вы тут, блин, извращениями занимаетесь.
О, блин. Пальбу-то открыли, у меня шуши закладывает. Офигеть. Замечательно. О, еще один ящичек. Так, ладно, пойдем к Лонгину. О, тут еще одна табличка. Даже их я приведу на святую гору мою, да. Да хорош тарахтеть-то, блин, я уже оглох нахер. Наверное, сюда. Нет. А, вот. О! Привет! О, вот этот чувак мне вообще нравится. Такой святой отец. О, да. Это моя церковь. Особенная. Здорово. С пушками? Конечно же. Да, что же за церковь без пушек? Землю, друг мой. Но им нужны стволы. Откровение 5:5, скажем так, воодушевляет. Да. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. О, да-да-да. Спаситель! Наш спаситель вернулся к нам в облике льва, воина. И тогда я подумал, когда сын Бога возродится, какое оружие он выберет? Да. Христос вернется, чтобы снять 7 печатей и принести упокоение. Да. Он вернется в образе льва, да? А льву нужны зубы? Да, да. Что бы выбрал Иисус? Второзаконие, 32, стих 47. Второзаконие. Это не пустое для вас, но жизнь ваша. А может, притчи? 19:11. Может. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Да. Не понимаю, что ты... Воин знает! Воин всегда знает! Ибо видели упокоение и выжили. Давай, давай. Творим дела праведные. Ибо каждая пуля — проповедь. Каждая пуля... Давай, давай. Давай, давай, что тебе нужно? За каждый рупор лжи, фаигономина, который умолкнет, ты получишь награду. Угу. Дерзай на все воля Божья. Отлично. Вот. Держи. Давай, давай сюда. Это за первый. Банабур атакуют! Пришлите подкрепление! Сабал, в чем дело? Враг наступает! Лучше не лезьте так! И сказал он. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Понятно, понятно, погнали. Так, ой, блин. Мне надо куда? Мне надо сюда. Да. Я и твоя мать, а ты у нее на коленях. То были самые счастливые дни в ее и моей. Погнали, погнали. У нас были планы на будущее, не только наши, но и всего Кирата. А. Я скучаю по тем дням. Ладно, ладно, Пейган, я понял, ты нормальный чувак это. Но понимаешь, нам же ж нужно развлечься, игра, понимаешь, такие правила. Мне надо тут... Чёрт, чуть, блин... Сука!
Атакуют, блин! Но мы не отвлекаемся на прочие цели. Да. Вот, блин. Я здесь, Сабал. Помощь нужна? Да. Не слови пулю, спасай кого сможешь. Я рядом, скоро приведу подмогу. Я понял, понял. Блять! Черт, твою мать, блин, сэй! Сука, блядь, у меня нету ни хера. Баллон тут. Пожар, пожар, бегите. Блин, сука, блядь. Я сейчас сгорю, блядь. Уходим нахер. Блин, вообще нафиг! А, блядь! Сука, блядь! Да что ж такое-то? Ты... Чувак, тебя, блин, просто жгут это! Охренеть, блин! Черт, блин! Зараза, как это я оказался без этого?
Вообще нафиг. Без аптечек вообще нахрен. Вижу солдат. Они идут к общине Пука. Там осталась Пхадра. Аджай, спаси ее. Спасем. Где-то она здесь. Вот она. Ага. О, блин, я прошел. Ну херово прошел. Вообще, блин, никак. Очень плохо. О. Отлично. Девочку спасли. Я в порядке. Да, надо от огня, блин, как-то. Савал, она еще мала и напугана. Отведу ее домой. О людях подумаем позже, ладно? Да-да-да. Точно. Спасибо. Не за что. Да не за что, девочка. Спасли Аджая себе на голову. Разозли Пола, и он вырежет деревню. Аджай ни при чем, это я. К тому же, нам не до того. Они взяли аванпост. И заложников тоже. Ладно. Сперва аванпост. Без него все пути отрезаны. Да. Ну, в следующей серии мы пойдем освобождать аванпост. Девочку спасли, но как-то мы, блин, херово воевали. Херовый автомат, я, блин, с него вообще попасть никого не могу. Не, могу, конечно. Ну, странно как-то. Только посмотрите, злодейством Пейгана нет ни конца, ни края. Так, я хотел посмотреть, сразу проверить автомат, блин. Надо поговорить. Сабал, в чем дело? Мне нужно в Банапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Но Амита... Да, аванпост важен. Да. Спасти заложников — это самое главное. Люди Кирата верят, что Золотой Путь защитит их. Ну, они правильно. Их веру. Это спасти точно. Ищешь большие патроны для... Так, мы тут сейчас всякую всячину продадим на пасашок, да? Быстрая продажа. Так. Так, а что с нашим оружием не так, блин? Где этот автомат? А, у нас не хватило просто... установить этот оптический прицел. А, сначала уберите лишнее. Понятно. Во, а то, блин, я как этот. Ни хера не могу. Так, и этот нам что-то дал. Какую-то пушку он нам дал. Только я, блин, ни хера не пойму, какую. Нет, не повстанец. Оружие. Это купить от 200. А, скорпиона, да? А, он у нас уже установлен, да? Нет, ни хера. А, установлен, да, скорпион у нас и стоит. Урон, моя дальность. То есть никакая, блядь. Такая херовая пушка, блин. Ну, другой нет. О, вот этот вот мне нужен, ну это... Так, ладно. Во. Вообще лучше взять СВД.
Хорошая штука. Берем, блин. Вместо этого мы возьмем вот так вот. Я люблю снайперки. Так, с этим разобрались. Боезапас пополним. А, надо же бронежилетик приобрести, наверное, то, что у меня. Спасибо. Моя семья сегодня поест. Дайте мне повезет. Да. Да, ребята, все. Сохраняемся и выходим. Все. Миссию продолжим в следующей серии. Пора нам на этом дело сегодня закончить. Все, хватит.